Сегодня мы будем готовить куриные ножки и будем их запекать в духовке. Но прежде чем их запекать в духовке, их нужно замариновать. И причем замариновать на ночь. Замаринуем их и на ночь в холодильник. А завтра мы уже будем их печь, запекать в духовке. Для этого, значит, мы взяли маринад для курицы, для птицы. Можно вот такой немножечко этого. Так, паприка. Это вот обязательно паприку надо для цвета. Паприка. Перец черный обязательно. Так. Немного соли солим. Обязательно чеснок. Мы приготовили несколько зубков. Все это сюда. Майонез. Выдавливаем весь. Также у нас есть еще кетчуп. Мы тоже добавим. И сейчас это надо все тщательно будет перемешать. Это все натереть хорошо. Все ножки полностью, всей этой смесью полностью вот так натираем. Аромат стоит, конечно, хороший. Полностью каждую ножку надо натирать. Вот этими всеми специями. Сейчас я это все переложу в пакетик. И отправлю на ночь в холодильник. Вот из таких простых продуктов, как куриные ножки, можно приготовить очень красивое, праздничное, аппетитное и сытное блюдо. Вот ножки мариновались у нас всю ночь. Отлично замариновались. Также пахнут вкусно. И сейчас мы будем укладывать на лист. Плотненько друг к другу. Нужно уложить. И теперь мы отправляем все это в духовочку. Ну, вот уже и готовые ножки. В принципе, недолго, где-то минут 45 сидели. Но это надо пробовать, смотреть. У всех разные печки, все это, в принципе. Но у меня где-то 45 минут они вот были. И уже они полностью прям готовы. Мясо даже немножко отошло. Можно было даже немножечко еще раньше вытаскивать. Очень такие красивые, аппетитные, вкусненькие получились ножки. Их можно также с картошечкой, там с чем угодно формировать на столе, сервировать там все это. И будет очень красиво и вкусно, и аппетитно.